Привет! Вы на канале? Да, на Кич. И сегодня мы будем распаковывать Трикси Лаламон из My Little Pony Equestria Girls. Ну что, приступим к распаковке? Да. Так. Ну-ка. Ну-ка. Так. Опа. Давай, сейчас приподнимем. Достаем. А ну-ка, тяни. Оп. Доставай. Так, вот, мы уже достали. Это расчесочка, да? Ура, так, давай возьмем ножнички. Путые. Угу. Давай. Это путые. Оп. Так. Спасибо. Пожалуйста. Достаем волосики дополнительные. Ой, это, наверное, для прически. Сейчас будем рассматривать, да? Опа, так, спасибо. Держи. Спасибо. Гитара. Вот я сама. Так, и достаем сейчас куколку, как она у нас здесь запакована. Так, сейчас, секундочку, Дианочка. Не спеши. Вот здесь возле шейки. Так. Угу. Так, сейчас мы ее. Угу. И ножки, да, освобождаем уже. Так, может мы. Так. Спасибо. Ага, здесь еще ручки. Спасибо. Вот. Спасибо. Так. А, ну давай попробуем. Нет, еще хвостик у нас здесь. Оп. Так. Еще. Со всех сторон ее закрепили, да? Так сильно-сильно. Так. Ага, тут еще вот костюм даже пришит. Плотно. Упаковочки. Оп. Так. Еще, сейчас, секундочку. Угу. Ага, тут еще. Смотри. Волосики. Не заметила мама. Оп. Доставай. Показывай куколку. Вот она. Это Трикси ее зовут, да? Угу. Так. Ух тышка, давай посмотрим на куколку. Смотрим. Ух ты, какой у нее наряд красивый, да? Такой волшебный, магический. Какая она красивая. И шляпка какая у нее красивая. Интересно, шляпка снимается, Дианочка? Не снимается. Нет, снимается, смотри. Как? Так, а ну давай посмотрим. Отпустишь? Я посмотрю. Угу. Вот, да, она снимается, смотри. Нет. Это просто вот она на резиночке зафиксирована. Сейчас мы резиночку снимем. Так, оп, смотри-ка. Так, держи шляпку. Такая у нее челка красивая, смотрите. Волосики такие, ой, прям вообще, Дианочка, смотри, какая у нее пышная прическа. Запуталась? Вот, снимай резиночку. Такое платье, так. Ножки так не гнутся, но в разные стороны. Вот она может садиться даже на шпагат. Смотри, Дианушка. Да, на шпагат умеет садиться. Наша Трикси. А сапожки попробуй, снимаются? Не снимаешь вот это. А сапожки? Снимаешь. Сапожки что-то не снимаются. Нет, эти... А может и снимаются, но... Да, снимаются. Вот, смотрите, такие красивые сапожки. Желтенькие, с сиреневыми вставочками. Такие красивые. У тебя не снимаются? Да. Смотри, так просто сильнее вот надо. Вот так. Оп. Спасибо. Пожалуйста. Вот это. Есть такая расчесочка в комплекте идет. Шляпка. Вот мы можем одевать на обруч таком. Потом идет гитара такая красивая в виде доллара. Смотри, давай я оденем гитару. Дианочка, будем одевать гитару? А смотри, а здесь, наверное, вот,
Дианочка, смотри, плащ снимается, смотрите. Класс, ухтышка, плащ так расстегивается. Смотри, вокруг шейки вот так раз, фиксируется. Вот. И здесь такая есть штучка. Такая дырочка. Вот. И так просовывается и фиксируется. Вот. Вот так вот. Вот, вот мы одели плащик. Надо? Сняли плащик. Так, снимаем. Мама. Так, что у нас здесь? Пояс тоже, Дианушка, снимается. Мама. Смотрите. Вот и пояс снялся. Это гитара. И платье тоже снимается. Вот такое вот, вот платьечко вот так снимается. Так. Мама, а это что? Мама. Это гитара. Где? Где именно? Покажи. Это? Это в виде доллара такое, видишь? Гитара исполнена. Такая есть денежка, доллар. Ну, а видите, это что? А это доллар сделано. А это крепеж, держится. А такая красавица. Здесь? Трикси у нас. Так, давай сапожки обуем. Обуем. Так. Обуем. Обуваем. Сапожки. Ага, оп. Прям как защелкиваются. Так. В общем, интересная куколка, да, Дианочка? И сапожки снимаются, и пояс снимается, да? И пояс. Да, и плащ снимается. Давай оденем ей гитару. Так, а как же у нас гитара одевается? Вот, расстегивается. И вот так вот под ручку. И сверху вот так вот фиксируется. Вот такая вот гитара. Смотри, она так поет песни разные. А кого? А кого? Про кого? Про себя? Ой, смотри, Дианочка, у нее есть еще ушки. Смотри, это же из мультика «Пони» перевоплощенная. Смотрите, ушки такие вот. А вот еще у нас это что-то вот, локон такой есть. Его вставлять, наверное, где-то надо ей в волосики. Дианочка, смотри. Так. Где его вставить? Дианочка, давай посмотрим, где вставить нам наш локон. Вот так можно сделать. Будет красиво. Вот так. Давай оденем ей плащик еще. Для образа, Дианушка. Будешь да одевать плащ? Не могу. Не можешь? Давай я подержу ее. Вокруг шейки так растягивай. Нет, другой стороной перевернись. Смотри, вот так. А я вот это. Оп. Ты пояс оденешь ей? А я вот это. А что вот это? Шляпку одеть? Нет, что вот это? Это нет, шляпка. А я буду его расчесывать. Расчесывать? Давай расчеши ее перед концертом, да, а то и выступать надо будет нашей Трикси. Расчеши волосики, такие красивые. Очень красивая куколка, такая эффектная вся. Все, все, все. Ножки у нее не гнутся, у нее просто они вот, вот так вот в разные стороны. Можно садить ее на шпагат, в разные стороны раздвигать. Одевай, одевай. Как обруч, смотри. Как раз волосики. Ну, это было съел, и одели. И вот такая вот гитарка. Вот у нее. Вот такая вот красавица. Дополнительные такие аксессуары у нас. Можно одевать, можно не одевать, как кому нравится. Ты поешь, Дианка? Нет, это. Нет, это. Трикси поет, да? Она уже начинает свое выступление? Да. Тебе понравилась куколка Трикси? Да. Трикси Лаламон такая. Мне ее волосы понравились. Такие голубые, такие интересные. И очень такие пышные, мягкие, такие приятные на ощупь. Вообще обалденные. В общем, очень хорошая куколка. Где ты? Ты ей голову вывернула в другую сторону.
Ну что, Дианушка, будем прощаться со всеми? Всем пока! Всем пока! Ставь лайк! Лайк! И подписывайся на канал! Мой канал! Диана Kids! Мой канал! Это мой канал! Мой! А канал Диана Kids! Пока-пока! Ставь лайк и подписывайся. Пальчики. Нет.